Молодежная сборная Казахстана по баскетболу завоевала путевку на чемпионат Азии. Наши баскетболисты вернулись из Ташкента, где проходил квалификационный турнир. На выезде наша команда провела 3 игры против Туркменистана, Узбекистана и Кыргызстана, и все выиграла. Ребята сплотились и сыграли отлично одной командой. В сборной составе, в сборной Казахстана в составе были это южно-казахстанские, алматинские, актюбинские ребята, кызылординские, петропавловские же из Казгана. В основном составе сборной 4 шымкентских игрока – это Биржан Жумабек, Александр Агарычев, Алексей Курочка, Алымжан Максутов. Сейчас Александр и Биржан по 5 часов в день тренируются в спортзале центрального стадиона. После отборочного турнира ребята не намерены расслабляться. Тяжело было все игры отыграть, ну постарались как-то выиграть все. Мы долго тренировались вместе, обучались игрой, совместной игрой, поскольку создавалась сборная Казахстана. Пацанов со всех, ну, как, с городов, областей набирали, с интерната. Поэтому от хорошей тренировки, от грамотного тренера, слаженной с командой, слаженной игрой мы считали, что выиграли. Скоро молодежная сборная, собравшись в полном составе, поедет в Ленгер. Там они будут готовиться к предстоящему чемпионату Азии по баскетболу среди молодежи до 18 лет, который пройдет 15 августа в Монголии.